И, но все-таки вам, наверное, как-то удается уровень культуры наших пациентов поднять для того, чтобы они все-таки, ну, хотя бы чуть-чуть раньше обращались и, возможно, даже избежали оперативного вмешательства. Конечно. Ну, основное в нашей работе просветительской – это наша работа с пациентом на приеме. Все наши доктора, они принимают больных на консультативном приеме, который есть в нашей поликлинике, очень большая многопрофильная поликлиника, двухэтажная в нашем здании. Значит, и каждый из докторов проводит прием. Ну, это происходит в течение недели у каждого в свое время. Это, об этом можно узнать в нашей регистратуре. И вот эта вот наша работа с пациентом, она необычно долго проходит, вот, потому что вы знаете, что на бюджете время было в свое время сильно ограничено. За 3-4 минуты приходилось принимать. Здесь прием длится минут 40, не меньше. За это время мы успеваем человеку объяснить о сути его заболевания, почему оно возникло, почему нужно прибегать к тому или иному виду лечения. Вот. И мы долго занимаемся вот этой просветительской работой на приемах. И во время этой работы, как правило, люди понимают проблему и обращаются уже непосредственно за помощью к нам.